В Исатайском районе завершились курсы обучения английскому языку, организованные районным молодежным ресурсным центром. В курсах приняли участие молодые ребята в возрасте от 15 до 29 лет. Кроме того, учащиеся начальных классов в рамках этих курсов на базе Кистаусской средней школы учились бесплатно. В результате обучения участники на разных уровнях легко освоили пути изучения английского языка. По окончании занятий от имени молодежного ресурсного центра были вручены специальные сертификаты. Цель организации курсов – развитие IT-технологий и полное овладение иностранными языками согласно посланию президента. Чтобы молодежь с пользой проводила свободное время, мы и проводим это обучение бесплатно. Я обучала детей младшего возраста уровню beginner. На этом уровне я обучала детей при помощи рисунков разных игр, выучили названия цветов на английском языке, переводили слова на казахский, объясняла уроки на примере ежедневных жизненных ситуаций, объясняла грамматику.